сейчас вот майнинговые фермы, люди там большие блоки, и они просто греют атмосферу. А мы говорим, нет, экология, не надо греть атмосферу, надо греть, у нас 9 месяцев отопительный сезон, надо греть свои жилища. И не нужно их, условно, там, в одном месте всех сгонять. Надо, наоборот, распределенно. Частное домашнее хозяйство. Сейчас технологии это позволяют.